вами Crazy Stalker. В интернет была слита часть сюжета Stalker 2. Любая часть инсайда касательно сюжета Stalker 2 «Сердце Чернобыля». Сюжет Stalker 2 будет разделен на главы. В оригинале такого не было. Пролог Stalker 2 будет длиться 4-5 часов. В конце пролога произойдет некий мощный сюжетный поворот, имеющий связь с оригинальной игрой. Эмоционально это будет неожиданно. Концовка пролога эмоционально будет схожа с концовкой пролога Киберпанка. Блогеры, которым раздадут ключи до релиза, столкнутся с определенным ограничением, связанным с демонстрацией этого самого сюжетного поворота, а также дальнейших сюжетных геймплейных событий. Источник, который слил это все, проверен, информация достоверна, сам узнал пару недель назад и ждал подтверждения. Но ссылаться при распространении этой информации вы можете на меня, а на него, ведь я его публикую. Не спрашивайте, что за источник, я все равно никому не скажу. Это только часть известной мне информации. Сливаем клуб, потому что поведение разработчика в игре по отношению к русскоязычным фанатам считаю недопустимым, взятым с коским и заслуживающим максимального порицания. В любом случае, мое слово всегда должно иметь вес. Поэтому, если я дал слово где-то не публиковать, оно опубликоваться не будет, даже с учетом всех последних действий компании. Ценность моего слова мне всегда важнее. Ах да, кстати, стрелок умрет. Сначала был слив черновой версии сцены для E3, сейчас появляется такой слив. И скоро их будет больше. И все это потому, что кто-то из руководства GSC Game World выбился из стойла. Гарантирую полную анонимность всем, кто хочет присоединиться к моей агентуре, если это действительно серьезные вещи. Это реально работает. В общем, по итогу Григорович, походу, допрыгался, а может и еще кто-то. То, что они сейчас творят с русскими и белорусскими фанатами, это действительно недопустимо. Разработчики игр должны быть аполитичны. И это не только мое мнение. Ну ладно, на этом все. Всем до новых встреч. Пока. Удачной охоты, сталкер.